Всем привет с моря, с Черного моря. Друзья, хочу вам дать отзыв на масло косточки вишни от Рсак. Дело в том, что у меня партнер спросила, я, говорит, Люба, масла не понимаю, поэтому заказывать не буду. И я тоже не особо их понимаю, поэтому взяла и заказала масло. И почему-то ожидала, как все остальные, остальная наша продукция, такой обалденный запах, там благоухает это все. Открыла масло и расстроилась. Такого запаха, чтобы благоухало, его не было. Вот. Я потом только узнала, что действительно качественные масла вот такого холодного отжима, они и не должны иметь какой-то запах. Но перейдем дальше к сути. Так как я сильно расстроилась и прочитала, что хорошо в косметических целях использовать, и эффект будет виден с первого раза, я решила себе нанести масло на вот сюда. Вот сюда, на эту складочку носогубную. Причем она у меня с этой стороны гораздо больше, чем с другой стороны. Потом нанесла немножко вот сюда. И, друзья, какой же был мой шок, когда я реально увидела, я не знаю, сейчас вам видно или не видно, я разговариваю, еще сниму отдельно видео на солнышке, какой был мой шок, когда я увидела разницу, вот реально лицо подтянулось с первого раза. Потом я 3 раза еще наносила утром, половинку лица обычным своим кремом, каким обычно пользуюсь. Вечером все лицо кремом наносила. А утром опять же вот здесь вот складочку. И после этого я 7 дней, может быть даже больше, точно не наносила. Точно не наносила. И вот все эта подтянутость, она сохранилась. Сейчас, конечно, я буду добавлять его и в шампуни, буду добавлять или так пользоваться, не знаю, потом расскажу, или так пользоваться в крема буду. Вот. Ну, эффект потрясный. Вот даже вот здесь вот мне муж сказал, говорит, ой, у тебя с одной стороны как будто бы припухлость. А это не припухлость, а это с одной стороны подтянулось, а там, где не мазала маслом, вот там как раз и такая припухлость осталась. Ну, вот такой вам мой отзыв с берега моря. Давно хотела его записать, все не было как-то возможности, потому что очень-очень сильно хочу начать пользоваться уже на полное лицо. Вот, на все лицо, вернее, не на полное, а на все лицо пользоваться вот этим замечательным маслом от Рсак, масло косточки вишни. Все, всем, друзья, пока, поэтому стучитесь тем людям, кто вам рассказал о Рсак, регистрируйтесь, заказывайте, пробуйте и будьте красивыми, красивыми и здоровыми. Всем пока!